Вспышка серозного менингита в Нижегородской школе. Карантин на 10 дней, вон там объявление на школе висит. Менингит у нас, говорят. Начальный класс закрыли, потому что они находятся очень близко друг к другу и в одних кабинетах находятся. Там большой шанс заражения. Конечно, я вообще вот не понимаю, почему всю школу не закрыли. Я считаю, это очень страшное заболевание. Говорят, оно даже смертельное. Насколько серьезна вспышка и какие меры предпринимает Роспотребнадзор? Об этом и не только сегодня, ровно в 7 вечера.